Красота-то какая! Лепота. Так, хотела вам вот еще показать. У нас площадку поставили мы, когда я уезжала. У меня фотки есть, здесь старое еще все было. Тут вот новенькое, все деревянненькое поставили. Конечно, снегом он замело, но все равно, может быть, с Арсением сходим, погуляем. Так что вам покажу, и кто тут говорил, что в России все плохо. Вы что, смеетесь? Вы что, смеетесь? 3000 километров от МКАДа, как говорится. Все нормально, вон люди живут, все отлично. У всех по две, по три машины. Гаражей сколько, какие площадки классные. Ну да, дома, может быть, и не очень. Но знаете, извините меня, и в вашей Европе, как говорится, в Америке тоже есть дома не очень. Так, наша площадь. Хотела вам показать. Это здесь у нас администрация находится, Ленинского района. В районе, в котором я живу, и моя мама. Это ЗАГС. Ну, здесь и ЗАГС находится тоже. Вот, смотрите. Снежочек. Вообще, по сибирским меркам, сейчас очень тепло. Вообще, жара. Немного покажу. Но сегодня я подтаяла. Смотрите, не было, кстати, уезжала, не было. Сейчас появилась у нас здесь площадка для выгула собачек. Все прикольно сделали, молодцы. Еще все интересненько. Прям не узнаю свой райончик. Правда, под ногами месиво. Ну ничего страшного, лучше пусть так будет, чем будет гололед. Кто-то говорит, ой, как ходить, говорю, так лучше так, чем, извините меня, будете на коньках. Хорошенькая. Здравствуйте, дорогие мои. Кстати, заходила Цветая цветы в озон. Смотри, сейчас вам покажу красоту вокруг нас. Кстати, у нас тут на улице даже туалеты есть. Кто-то говорил, о, в России все плохо. Нет, там метет единственное. Не накрасилась, потому что глаза прям метет. Сейчас вам немножко район аж покажу. Очень даже приличный, хороший райончик. И, кстати, 3000 километров МКАДа и не центр города. Вот сразу все ответы на все вопросы. Так, смотрите. Вот, кстати, туалет, пожалуйста, вот на улице. Заходите, кто хотите. Холодно, никто не пойдет. Вот этот наш райончик. Смотрите, какие дома красивые. И рядом и парковочка есть, и площадочка с той стороны. Да там даже и площадочку не надо. Вот сюда вышли. И вот он. И каток, и площадка. Это площадь возле администрации с той стороны. У меня здесь мама живет на той стороне. Вот так вот. Сегодня прохладно. Может быть, чуть-чуть еще потеплее будет. Вчера мы с Арсением гуляли. А сегодня у нас немножко ветерок. Иду квартиру свою показывать. У меня от моего от маминого до моего минут 20 ходьбы. Мы еще и рядом. Вот так вот. Ну, каток какой большой сделали. Каток, кстати, натуральный, не искусственный. Смотрите. Ну, ну красота же. Я не знаю, кто чухает. Я не знаю, как у вас других. Я вам повторяюсь, это спальный район. Это не центр города. Это Георгий Исакова, вот здесь, и Островского. Кто живет в Барнауле, знает. Кто не знает, прогуглите. Островского 21 у меня мама живет. Я иду на Георгий Исакова 264. Смотрите, там и музыка играет на катке, представьте. Сколько стоит, не знаю. По-моему, 200 рублей. Не знаю. Я себя последний раз в 2021 каталась, перед тем, как я ее забрала. Не помню, честно, оплачивала ребенку, не помню.
Тут же полиция, смотрите, стоит. Тут же там вот коричневое, это кофе попить. Смотрите, все хорошо у нас, все тихо. Все тихо, все мирно. И качелечки для детишек. Поближе подошла, чтобы людей не смущать, буду прямо в лицо. Вот так вот. Летом мы тут на этих на роликах катаемся. Зимой вот так ограждают и делают каток. Теперь свой немножко район покажу. Смотрите, прям недалеко у меня торговый центр. У меня там вдалеке, сейчас вам покажу, виднеется. Вон он, большой 16-этажный дом. Здесь тоже кафешечки всякие. Туда дальше тоже, смотрите, много всего. Короче, район классный. Вот смотрите, вот эта аллея, я вам показала у нас. И вот такая вот она длинная аллея славы. Вот здесь можно гулять. И вот он мой дом. 16-этажный, видите? Кто сказал, что у нас плохие районы? Ребят, я не знаю, в какой части России живете, что у вас так все плохо. Так, вот он мой дом. И здесь вот сразу детский садик. Смотрите, как все близко. Тут еще вон площадка детская. Детишек снимать не будем. Так вот, чтобы не попали в кадр, а то чужие. Но то эти для маленьких, там вот баскетболом заниматься, для больших. Это уже другие дома. Что-то, видите, красота какая. Садик очень большой. Вообще все супер.